утро на Енисее. Марина из Минусинска спрашивает. Моя мать подписала мне дарственную на дом. Могу ли я через суд выписать неблагополучного брата? Если он проживал там как сын раньше, то в настоящее время он утратил право пользования жилым помещением. Особенно если он не несет бремя его содержания, не оплачивает никакие расходы, можно обратиться с иском в суд о снятии с регистрационного учета. Таким же образом можно поступить, если человек не проживает в указанном помещении, и вам перешло право собственности на жилое помещение. Также можно выписать любого человека с регистрационного учета снять, если он не тратит право пользования жилым помещением. Виктор из Шушенского интересуется. Сосед проводил на своем участке работы и сломал фрагмент моего забора. Предложил возместить деньгами, но я не хочу возиться со строительством, даже имея средства на это. Как я могу обязать его восстановить забор? Заставить человека отремонтировать ваш забор в теории можно. В теории, объясняю. То есть можно обратиться с иском в суд об обязанности восстановить забор, привести его в то состояние, в котором он находился до повреждения. Вопрос, как долго вы будете ждать исполнения этого решения суда. Как правило, идет в данном случае, если человек тем более добровольно возмещает ущерб, туда включаются в том числе и расходы на ремонт. Материалы, ремонт, рабочая сила. Понятно, что не обязательно вам восстанавливаться. Поэтому, исходя просто из-за экономии времени, экономии своих средств, сил и нервов, однозначно, если человек собирается или добровольно готов возместить ущерб, нужно принимать это возмещение ущерба. Светлана из Красноярска беспокоится. Официально трудоустроена. Основную ставку совмещаю с другой должностью в этой же компании. Но отпускные и больничные выплаты начисляются только на основную ставку. Разве это законно? Начисление больничной выплаты и отпускные только по одной ставке является незаконным. В данном случае идет работа по совместительству в рамках одной организации, поэтому начисления должны производиться на весь доход человека. Поэтому если он трудоустроен на 0,25%, и выплаты с этого не производятся, это является незаконным, вы можете обратиться к работодателю, если он пойдет на встречу. Если работодатель не согласен, обращайте жалобы в трудовую инспекцию, либо, опять же, прокуратура, надзорный орган, который занимается этим вопросом. Если результат будет однозначно, я думаю, положительный, единственное, что если ни тот, ни другой инстанция не работает, вы можете обратиться с иском в суд, чтобы взыскать то, что вам не доплатили, если такие выплаты были. Поэтому действие работодателя является незаконным в этом случае.